Красноярске открылись курсы для представителей управляющих компаний. Их учат, как правильно устанавливать общедомовые приборы учета тепла. Напомню, по федеральному закону к 2021 году такое оборудование должно стоять во всех жилых домах. Оно позволяет людям платить только за потребленное тепло. Здесь же рассказывают об установке и правильной настройке ИТП, индивидуального теплового пункта. Это система, которая позволяет регулировать подачу тепла в квартиру в соответствии с погодой, когда на улице мороз, греть сильнее, а во время оттепели экономить ресурсы и в конечном счете деньги собственников. Для нас, как для управляющей компании, принципиально важно, чтобы специалисты подрядных организаций, которые занимаются обслуживанием инженерного оборудования, обеспечивали комфортное проживание жителей, отвечало требованиям современному оборудованию. Оборудованию, которое сегодня мы применяем уже непосредственно на домах. А это достичь можно только через обучение.